Дядь, можно уж пойти погулять? Торопишься куда? Так с утра уж возимся. Ты слова-то подбирай. Разве можно это говорить про сотворение иконы-то ангела-хранителя? Возимся. Ну и что ты тут натворил? Ой, горе ты мое луковое. Наше дело любит точность. Вот так вот. Внимательней гляди. Учись. Возимся. Ой, Господи, прости. Учись да учись. Своим умом проживу. Да, прожить-то проживешь. Только вот как, сынок? Прожить надо с толком, с честью. Понимаешь? Ну ладно, беги, беги гуляй, беги. Ага. Наша история началась в этот солнечный день, когда побежал Тимка Кондратьев навстречу к своему другу, барскому сыну Андрею Ангелову. И никто из них даже представить себе не мог, что этот день окажется судьбоносным как для рода Кондратьевых, так и для рода Ангеловых. Андрюха! Андрюх! Бросай свои картинки. Гляди, чего у меня. Ух ты, красивые. Они же для иконы. Так я с дядькой икону и делаю. И он... тебе камни дал? Ну? Врешь ты все, Тимка. Что? Я вру? Конечно, врешь. Да я тебе сейчас! Ты что тут врешь? Ах ты! Сейчас тебе как дам! Отпусти! Андрей! Да хватит! Что? Гляди! Тимка, бежим! Тимка! Андрюха! Шел! Что я сказал? Пошел отсюда! Давай. Андрюх! Андрюх! Давай, ну! Помогите! Дядя! Что случилось? Там оборотень Андрюху загрыз. Ты что плетешь? Вот тебе крест. Оборотень на нас накинулся. Андрюха упал. Где? На пустоши. Так, беги к барыне. Скажи, беда. Живой! Ни крови, ни ссадин не вижу. Андрюшенька. Андрей. Сыночек. Мама. Я его видел. Кого? Оборотня. Господи. Господи. Андрюша, Андрюш, прими лекарство. Не надо.
Надо, милый. После того, как тебе примерещился оборотень, у тебя случилась нервная горячка. Он не примерещился. Давай. Мама, я тоже думала, что оборотней не бывает, но я сам его видел. Почему он приходил? Когда ты вырастешь, ты станешь ученым. Ты ведь хочешь стать ученым? Хочу. И тогда тебе будут понятны все явления природы. Ну, например, такие, как оптический обман. Андрюха! Выходи! Андрей! Андрюша, ты куда? Тебе нельзя вставать. Гляди, Андрейка! Ну вот, барыня, и подарок к вам готов. И пусть ангел-хранитель оберегает ваш дом и вашу семью. Спасибо, Илья. Какой же ты мастер. Мы, Кондратьевы, все такие. А ты при чем? Вот, у отца твоего золотые руки. А ты, сорванец, смотри, лениться будешь, всех Кондратьевых опозоришь. Да. Ой, Илья, какое великолепие. Видишь, в ризе те самые камни. Мы же их рассыпали тогда. Отец собрал потом. Из вихры меня отодрал. Мальчики? Теперь ангел всех нас хранит. И никакие оборотни нам не страшны. Пока мы вместе, все будет хорошо. Ну вот, и слава Богу. Имение Ангелова было построено по проекту его хозяина, профессора Андрея Ангелова, того самого Андрюши. Он занимался благотворительностью, много путешествовал, собирая по всему миру предметы искусства и старины для своей уникальной коллекции. Но больше всего на свете он любил возвращаться домой, в Ангелово, к своим дочерям. Все, несите в музейную комнату. Чемоданы, сундуки, все. Да, Андрей Кириллович. Папа! Папенька, Наденька, вернулся! Маленькая моя. Ну, здравствуй, моя радость. Здравствуй. Папа, о, наконец-то ты приехал. Леночка. Верочка, мои. Удачно съездил? Более чем. Все хорошо. А теперь, девочки мои, сюрприз. Наденька, я думаю, тебе понравится. Это мне? Нет, Наденька, это не игрушка. Послушайте. Китайский фарфор, 9 век, династия Чун. Ну-ка, попробуй. Здорово. Папа, твоя коллекция все пополняется. И это еще не все? Очень красивая икона. Папа, у тебя талант привозить чудеса. Папа, эта икона будет у нас висеть? Нет, солнышко. Она будет висеть в новой церкви. Помолимся, Господи, помилуй. На освящение иконостаса в новой церкви собрались жители усадьбы Ангелова и окрестных деревень. Господи Боже наш! Тимофей Кондратьев, тот самый Тимка, с завистью наблюдал за своим бывшим другом Андреем Ангеловым, у которого сегодня был важный день. Он вместе со старым мастером Ильей Кондратьевым возвел эту церковь и собрал уникальный иконостас. Три дочери профессора Ангелова стояли рядом с тремя сыновьями Тимофея Кондратьева. Они знали друг друга
с самого детства. Яко же и в писаниях чтуще будем, аминь. Аминь. Ты старший брат Федор Кондратьев был влюблен в старшую сестру Лиду Ангелову, которая отвечала ему взаимностью. А средняя сестра, Вера, ужасно ревновала. Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Спаси, Господи, люди Твоя. Освящаются иконы сия. И благослови достояние Твое. Плоды сия священны окроплением в честь и славу великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И в память святых Его, во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, аминь. Спаси, ну, перекрести-то, чего на барину уставился? И благослови достояние Твое. Ну все, пойдем. Сейчас дома отдохнем. Андрей Кириллович! Андрей Кириллович, поздравляю! Поздравляю! Труд огромный проделали! Церковь новую поставили, а какой иконостас! Не каждому дано. Поздравляю! Благодарю вас. Жаль только, что Надежда Васильевна не дожила. Радовалась бы за вас и за дочерей. Ну что ж поделаешь. О! А вы позвольте вам представить. Илья Никитич! Илья Никитич, можно вас? А? Илья Никитич Кондратьев. Удивительный да. человек, златокузнец. День добрый. Он и ризы к иконам своими руками сам сделал. И жемчужину ангеловской коллекции ангела-хранителя он сотворил. Да. Прошу вас. Рад. Очень рад познакомиться. Это его внук, средний внук, Степан Кондратьев. Внук? А что внук? Тоже по стопам дедушки пошел? Ну, не всем художниками быть. Ну, чадит там долго еще, чадит. Да какая тебе спешка? Подождем, не развалимся. Может, вознаградят твоего тятеньку. Видишь, какие ризы сделал. И иконы, всем на зависть. Дождешься. Андрюх всегда свысока смотрел на всех. Нас за людей никогда не считал. Благодарю вас, барин, за столь высокую оценку труда нашего. Вот, спасибо Андрею Кирилловичу. Он какую красоту для всего честного народа построил-то. Илья Никитич, мы вместе построили. Вместе. Ну, с Богом. Александр Михайлович. С Богом. Всего доброго, Андрей Кириллович. До свидания. Прощай. Вот что я говорил. Дождешься от них. Бу-бу-бу. Ой. Дырку от бублика, а не вознаграждение. Надин, let's go home. Girl, see you later. Федя, а кто-то обещал покатать нас на лодке? Обещал, значит, покатаю. Но, пошла, родимая. Но. Сегодня светлый день, правда, Федя? Правда, Лида. День действительно чудесный. А давайте все это запомним. Давайте запомним все. Вот воду, лодку и солнце, и небо, и деревья. Вот все. Вот чтобы осталось в памяти. Ну, мало ли что произойдет, а этот день останется. Как красиво ты говоришь. Федя, а папа говорит, что они с твоим отцом на пустоши когда-то оборотня видели. А, померещилось им, малые были. Нет, но если правда, огромный волк-оборотень. А что? У нас в деревне верят, что оборотень к несчастью приходит. Да глупости. Это какой-нибудь особый оптический обман. Неизученная наука явление. А Верочка у нас как Софья Ковалевская. А.
Да-да, очень умная. Ну да. А Софья Ковалевская, это кто? Вера! Это... Вера! Петя! Петя! Тихо! Вера, держись за меня! Спокойней! Тихо. Все. Лида! Все в порядке. Я держусь. Вера, что за шутки? Тебе уже, Тимофей, ляж, проспись. Куда я подевал? А ну, говори, по-хорошему, пока не прибил. Куда я подевал, дядя, говорю? Ну, не трожь, бабу. Не смей, зверюга. Вот. Ишь, куда я подевал? Здравствуйте. Ой, Андрей Кириллович, защити, прибьет он меня. Явился к нам спаситель. Рис-то все прибрал. Наш вот теперь ничего нет. Ну что ты мелешь-то, басурман чертов? Ты, батя. Ну что, Андрейка, давай выпьем. Коль не брезгаешь, лук принеси и капусты. Ой, Тимка, Тимка. Ну что ж ты пьешь-то так? Неужто других забот у тебя нет? Таланту ему Бог не дал. Вот и пьет. Шило в жопе вертелося, когда надо было сидеть да учиться-то. А у меня боет какой-то ладрой яйца. Тим. А, бать? Тим, присядь, дело есть. Авдотья, пойди сюда, присядь. Илья Никитич, по делу я к вам. На внука на вашего старшего Федора смотрю я. Ему в город нужно, в ремесленное. Там толковые ребята, ой, как нужны сейчас. Жилье дадут, стипендию тоже. Ну, а я уж похлопочу, я устрою Тим. Ну, не чужие же мы люди друг другу, а? И что это там делать? Пусть здесь будет. Тимофеюшка, а может... Там и так людов хватает. А ну, цыц, цыц, говорю. Пущай едет, малец. Сам не выучился. И детей туда же тянешь. Ах ты ж, батюшка-то, да? Вспомогатель ты, да спаситель! Тебя ж позабыли спросить, как жить, да кого обучать? Да... Пойдет пусть за самогоном. Господи, да что же мне это? Вот ведь наказание Господне, прости, Господи. Вот ведь как бывает, Андрейка. Отдохнул Господь на Тимофее. Ни усидчивости, ни таланту не дал. А вот зато внучатки... Илья Никитич. Подожди. Илья Никитич, ну-ка давай. Давай воды. Ну, молодец. Вот так. Вот так, молодец. Спаси, Господи. Как? Однако, боженька-то меня поберег. Закончили иконостас. Слава Богу. Теперь уходить можно. Одна беда. Павлушку, младшего внучонка, обучить не успел. А он малец толковый. Искру в него Господь вложил. Илья Никитич, ты не беспокойся.
Я и Павлушу не оставлю. Не волнуйся. Храни тебя, Господь, Андрейка, добрая твоя душа. А Федор, ты Тимофея не слушай. Федор, он хоть звезд неба не хватает, а парень толковый. Пущай в городе поучится. Степан, средний внучонок. Вишь, по кузнечному делу не пошел. Так из него крестьянин справный получается. Это тоже, тоже хорошо. Хороший вдой, хороший. Усопшего раба твоего, Илии. Прости ему всякое согрешение, вольное и невольное, и даруй ему Царствие Небесное. Совсем маленький. Ну, не хочу, ну, пожалуйста. Надя, все понимаю, но надо есть лук, чтобы не заболеть испанкой. Потому что в луке находятся фитонциды. Еще. Черт знает что. Витамины из лука, кофе из желудей. А зимой что? Снег будем есть, черт. Вер, не чертыхайся. Не понимаю, чего мы ждем? Бертковых сожгли. Павлищевых забрали в ЧК. Прекрати пугать ребенка. Надя, ешь. Нас заставляешь, а сама не ешь. Ей нельзя. Она вечером на свидание пойдет. Правда? Почему папа не идет обедать? Папа занят, он попозже подойдет. Подхватывай. Аккуратно, аккуратно. Господи, прости меня грешного. Господи. Андрей Кириллович, а что вы делаете? Здравствуй, Федор. А ты разве уже забыл, что обычно делают в церкви? В церкви обычно иконостасы разбирают? А тебе что, понадобились вот эти иконы? Насколько я понял, у большевиков иные ценности. Опиум для народа нам не нужен, а предметы искусства очень даже. Куда вы все это увозите? Пока в усадьбу, чтобы ничего не потерялось. А в усадьбе думаете сохраниться? А вот это, Федя, теперь зависит только от тебя.
Бать, я тебе сказал! Да, бать, ну хватит уже! Да не надо! Ну, поставь! Я сам себе теперь хозяин! Хватит тебе! Такое время настало, перед народом все пути раскрылись, а ты сбиваешься! Ты мне не указывай! Начальник там заделался, отца приехал получать! Да ты посмотри на себя-то! Что? Да, ты... Господь с ним, Федя! Ничего не поделаешь! Люди с белыми воюют, на трудовой фронт идут, а ты что? А ты, Федя, на отца не злись! В кои веки... Тихо! Приехал проведать и злишься? Это грех! Лучше сядь, поешь горяченького. Чего морду воротишь? А с отцом побрезгуешь поговорить? Это вот все ангеловы. Это они виноваты. Бать, при чем здесь ангеловы? А при том, прикинулись тоже благодетелями. А потом, как дядька покойный сколько сделал, все себе-то прихапали. Уберегли. Они прихапали. Чтоб ты не пропил. Чего? Чего слышал? Ты как с отцом разговариваешь? Не там виноватых ищешь, батя. Я тебя сейчас беру. А ну иди сюда, сопляк! Стой! Иди! Ну хватит же, ну! Ты стой ты! Ты что? Ну брось. Брось, Пашка. Хватит в эти бирюльки играть. Мне ангелы вот эти вот всушились, сломали. Давно вы их к стенке поставили. Если бы не Федька. Зачем все это? Что это? Опиши, как начинается ледоход. В каком месяце это бывает? Крестьянским детям все это не нужно. Неужели ты не понимаешь? Они нас презирают за то, что мы их учим. Они нас кормят за это. Без них мы бы с голоду умерли. Вот опять же, кто все это приносит? Хлеб, молоко, тот же лук. Да, кормят. А потом убьют. Не убьют. Я знаю, на кого ты надеешься. Но у Федора новая жизнь. Он в ней хозяин, а мы... Верочка, помоги мне, пожалуйста. Налей чернила в чернильнице. Завтра рано дети придут. Спасибо. Конечно, мы лук есть не стали, потому что у нас свидание. А Верочка чернила разливай. Вот ты думаешь, я не знаю, что под гору качусь? Знаю, Стёп, знаю. А вот только поделать с собой ничего не могу. Помню, как барыня тоже. Ай, а вы с Андрюшкой такие, прям как родные. Только вот Андрюшка-то учится, а мне сбегай. Принеси Андрюшеньке, да подай. Так они же тебя тоже грамоте учили. Кого? Тебя. Учили они. Они в голову постоянно вбивали. Что, изволите ли видеть, мне Господь таланта не дал. Конечно, батьке моему дал, Пашке сыну дал, а мне не дал. Только вранье это все. Вранье. Они этот талант-то закопали. Кто? Ангеловы кто? Все время смотрим сверху вниз. Всю жизнь помыкали. Ну, ничего, ничего. Теперь-то наше время пришло. Thank you.
ведь ты сохранишь наше ангелово. Ты же наш ангел-хранитель. Миленький, пусть все будет как раньше. Пусть люди снова будут добрые. Надя? Надюша, это я. А ты что здесь делаешь? Молюсь ангелу-хранителю. А, ну, прости, что помешал тебе. Куда ты носишь хрустальное яйцо? А, это для научной работы. Я хочу кое-что проверить. Папа. Да, мое солнышко. Ангел правда нас будет охранять? Всегда-всегда? А почему ты об этом спрашиваешь? Мне кажется, что мы стали ему не нужны. Понимаешь, доченька, сейчас очень сложные времена. Люди враждуют друг с другом, но вражда пройдет, а любовь останется. И главное в это верить. Я верю. Ну вот и умница, мое солнышко. Умница. Наконец-то мы вместе. Мы теперь очень редко видимся. Скучаю я, Лида. Я каждый день о тебе думаю. Да у тебя времени не то, что надуманно, на сон не остается. Вместе нам надо жить. Переезжай. Я буду очень рада. Я в Примаки не пойду. Ну, это глупости. Ну, ты же не хочешь ко мне переехать? В город. А как школу оставить? И вообще все это... Это невозможно. Вот видишь... Прости, я поговорю с папой, и мы что-нибудь придумаем. Ну что придумывать? Ты просто собери вещи и скажи, когда приехать. Я приеду. Давай, давай, бать. Сейчас ляжешь. Сёпра, добрый ты у меня. Вот Федька-то злой. А Пашка все со своими бирюльками играется. А у тебя душа. Душа. Так вот. Чё это? Держи. Перстень семейный. Сядька покойник как-то матери сделал. Пущай, все будет, я пропью. Ну ладно, у меня так у меня. Отдыхай, бабка. Степка, ненавижу я их. Почему все им? Почему? А ты мувикону вся сила их в ангеле. Да будь тебе, бать. Степка. Спи давай. Степка. Спи. Степка. Что ты так смотришь? Красивая, глаз не отвести. Ты устал? В уезде саботаж сплошной. А кто революции поверил, кто работать хочет, тот не знает как. Не умеет. Тебе отдохнуть надо. Нельзя же день и ночь работать. Жизнь наладим, отдохнем. А пойдем к источнику? Пойдем. Ну, куда ты так торопишься? Ну, пойдем. Нет, нет, нет. Ну, пойдем, пойдем. Эй, эй. Так, подожди.
Вода живая. Умой моего любимого. Пусть что он будет здоров, делаешь? Счастлив. И пусть все беды от него уйдут. Пить! Что ты смеешься? Вообще не смешно. Эта вода живая, у нее уникальный химический состав. Что ты и говоришь? Папа опубликовал статью в журнале Академии наук. Лида! Папа, а почему ты не спишь? Бессонница. А вот почему ты не спишь, дочь? Пап, я уже взрослая. Да, я знаю. Я боюсь, ты напрасно доверяешься Федору Кондратьеву. Папа. Я видел вас ночью в беседке. И папа, мы любим друг друга, и мы собираемся пожениться. Доченька, сейчас не время для такой свадьбы. Для какой такой свадьбы? Для какой? С крестьянским сыном? Пап, как тебе вообще не стыдно такое говорить? Мы и Кондратьевы, мы всегда были близки. Лидочка, Тимофей мой молочный брат. Был другом мне с самого детства. Я об этом не забываю, но сейчас... Папа, мы с Федором любим друг друга, и он лучше всех. Лидочка, я не спорю с тобой. Федор замечательный, незаурядный человек. У него сильный характер. Он прирожденный руководитель. Но речь сейчас не о нем, а тебе. Я с ним счастлива. И мы будем с ним счастливы. Возможно, в будущем. Но сейчас мы должны уехать. Услышь меня. Как... Кто мы? Ты. Наденька, Вера, я. Мы вместе уезжаем. Куда уезжаем? Пап, ты же сам говорил. Лидуш, я не могу воевать. Я не солдат, я ученый. Я не могу видеть, как все летит в тартарары. Все, что создавалось моими предками. Мы уезжаем в Париж. Я списался с Луначарским. Папа, он обещал помочь. А коллекция? Что сможем, вывезем с собой. Остальное спрячем. Иначе разрушат, уничтожат. Лидочка. Нет. Я обещаю тебе, что без мы уезжаем не навсегда. Без меня. Уезжайте, Лида. Куда хотите. Лида. Какова новая власть-то? Церковку заколотила, иконы с ризами вынесла. Теперь ты у нас мироед выходит. Да, Тимофей? Федька, наверное, камней подсыпал. Заживешь. Не Федька это. Не Федька это! А кто же? А то ж ты не догадываешься, кто! Ангелов своим девкам-то на приданное собирает! А я не верю. Ангелов эту церковь построил и теперь разграбить решил? Ну, ей-богу, не верю. Да ладно тебе! Тимофей Ильич правду говорит. Народ с голоду пухнет. А Ангеловым хоть бы что. А если то, что у них в усадьбе накоплено, взять да на хлеб поменять, это сколько хлеба-то будет? А? Это ж сколько людей-то накормить можно? Да сколько ж можно на своей шее их тащить-то? Всю жизнь моего отца эксплуатировали. Да будь они прокляты, эксплуататоры! Ишь ты, какие слова слышишь! Федька научил! А Федьке сейчас не до отца. Он за ангельской барышней ухлёстывает. Даром, что большевик! Федька мне не указ! Бать, пошли домой, тебе поспать надо... Да что ты! Мужики верно говорят. Надо пойти да хорошенько потрясти этого Ангелова. Всё же наше-то забрал себе, а? Верно говорю, мужики! Да погоди, разобраться надо! Да чё тут разобраться? Ясное дело! Ну, пошли, мужики! Пойдём! Пошли! Моим дочерям, Лиде, Вере и Надежде Ангеловым. Thank you.
радостный народ. Алена, не отвлекайся. Коньками звучно режет лед. На красных лапках гусь тяжелый. Правда на нашей стороне! Давай, выходи! Это говорю! Сидите все здесь, пока я не вернусь. Так, Паша Кондратьев, ты за главного смотри, чтоб никто не выходил отсюда. А что там, Вера? Сидите все смирно. А ну не робей, мужики! Сила тебе наша! А ну выходи, давай! Папа, папочка! Появился! Что случилось? А чего не здороваешься? Вежливость потерял? Игнат, а почему я должен быть с тобой вежлив, если ты врываешься ко мне в дом с вилами? А язык-то у тебя подвешен, Андрюх! Мне не знать этого! А вот только дом теперь не твой! А народ дай! Правильно! Тимофей, ты бы лучше проспался, от тебя за версту перегаром несет. А ты не нюхай! Ничего, ты свои барские-то замашки скоро забудешь. Что бы твоя мать сказала, если бы увидала, во что ты превратился? Ишь ты кого вспомнил-то! Ишь ты кого вспомнил! Да, корову да, свою да, вспомнил! Да ну что ж ты несешь, Тимофей? Да то несу! Отойди-то! Мамку мою со мной сюда привезли! Как корову с теленком, чтоб тебя выкормить! Тимофей Ильич, ну как же вам не стыдно такое говорить, а? Ну скажите! Мы с вашими родителями всегда были в добрых отношениях! Ну сколько мне ваш папа игрушек сделал, а? Да уж! Вы-то все тут от тятьки поживились! Говорю, Андрюха, куда иконы дел? Тимофей, неужто тебе иконы понадобились? Ризы мне понадобились. Дядькой сработанные. Пущай теперь камушки драгоценные нам послужат. Да! Правильно! Айда, мужики! А ну, пошли! Да, пойдем! Вперед, мужики! Пошли! Ничего, ничего, мои дочки, ничего. Ну, не робей, мужики! Давай, Веча! Давай, давай! Теперь это наше народное! Разбирай, мужики, разбирай! Тише! Мира! Иконы здесь! Все перетащил! А где же он? Где? Где ангел икона? Я тебя спрашиваю! Правда, где ангел-хранитель? Куда ты подевал? Куда? А ну отдай! А ну конечно. Говори! А я чё? Я ничего! Все, отдела икона! Правда, я тебя очень прошу. Ну иди проспись. Иди проспись, Тима, я прошу тебя! Пап, да отдай ты и все, нам ничего не надо! Убью! Степка! Уйди! Убью, гада! Отдай! Ты чего? А ну отдай сюда! Папа, его убил! Папа, вы убийца! Что вы наделали? Вы убийца! Я вас ненавижу! Брось ружье! Вы убийца! Будьте прокляты! Понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. Не приключится тебе зло. Паша,
Ты что здесь делаешь? Лидия Андреевна, это вам. Спасибо. Спасибо. Вот ведь родник иссяк. Все иссякло. Но ты пришла. Последний раз сказать тебе, что все кончено. Лида, в том, что случилось, ни ты, ни я, мы не виноваты. Ты же знаешь... Если мы будем вместе, нам будет легче это пережить. Мы переживем. Никакого вместе уже не будет никогда. Все кончено. Мы же любим друг друга. Твой отец убил моего отца. Этого не пережить. Где ты была? У родника. С Федором встречалась? Расставалась? Он же тебя спас. И что? Как жить дальше, Вера? Душа мертвая. Ни жить не могу, ни любить. Нет, Федор, это я. Федор, послушай. Я понимаю, что тебе сейчас очень больно. Всем больно. Но ведь надо жить дальше. Мы же такие молодые. И у нас все еще будет. Другая жизнь. Может быть, даже другая любовь. Федя. Но ведь ты нас не оставишь. Не оставлю. Бедная ты, малышка. Я знаю, каково это. У меня тоже папаша умер, когда на 10-й годок шел. Надя перестала говорить после смерти папы. Видимо, от шока. Бог даст поправиться. Ладно, барышня.
уезжаю я. Что я тут теперь без хозяина? Не поминайте их. Спасибо вам за все. Да что уж там. Зачем с могилы мамы? Худые дела. А Федька-то на похороны не пришел. Дура, да как же он придет, ежели он отца убил? Оно-то так, не по-людски как-то. Посмотри на своих дедушек. Горькими сиротами их оставил. Степа, Наталья, не лезь ты к парню. Нашла время. А что такого? Я соседка, имею право. Соседка она. Прилетала. Степочка. Как Тимофея Ильича-то жалко. И тебя мне жалко, Степочка. И Пашку жалко. Надо же, как вышло. Сын отца убил. Да-да. Когда ж такое было-то? Времена теперь настали. Не дай бог. Церковь заколочена. И родник Вангелова иссяк. Оборотень поганый, чего явился? Из-за девки своей отца убил. Убирайся с моих глаз. Мам, ну что ты? Не будет тебе счастья с твоей Лидкой. А вам, сыночки, скажу, чтобы слова между нами не было об Ангеловых. Забудьте о них. Кондратьевым и Ангеловым вместе не быть. Убирайся, сгинь навеки. Степушка, пойди. Не переживай, Степушка, не переживай. Федь, а что ты теперь делать будешь? Не бойся, не пропаду. Да и мы с тобой еще свидимся, братишка. Ты держи здесь. Рассказывай, у кого продовольствие есть? А вот там, ваше благородие, прощения просим, товарищ комиссар. А, вон в том дворе сыновей пятеро с утра до ночи, поле бачи поганые. А вот там вот Федька хромой со своей бабой тоже. У них картошки полно. И у крестного ихнего тоже. Начинаем! И чтобы все подчистую! Трое за мной! Есть. Давай, показывай, Вася. Покажу. Покажу. Надя, ну скажи хоть что-нибудь. А
А... Хочешь, смешное расскажу? Наташка, соседка, за нашим Степаном бегает, прилипала. Она за ним, а он от нее. Смешно, правда? Надь, я что хочу тебе сказать? Я тебе никогда не оставлю. Хоть ты и не моя. Вот. Ай, соколики мои, стойте! Куда же вы? Стойте, уйди. Говорю, ироды! Уйди. Что делаете-то? Захар, что делается-то? Бабки, ты на посев оставьте. Дети мои зимой с голоду помрут. Вам них что? А сами это весной что сеять будете, а? Давлеет дней везло бы его. А завтрашний день сам о себе подумает. Забыл? Вы что, все богомольные? Вась! У? Захарушка! Слушай, у вас тут иконостас знаменитый есть. Идем, в церкви? А, церковь заколочена, а иконостас ангелов вывез, барин. Ангелов это где? А, так его это... Тимофей Кондратьев пришил. А папаша Федор Тимофеевича, который уездный голова теперь. Да я понял, иконостас где? А, так... не могу знать. В усадьбе, видать, у ангеловских дочек. Заканчивайте здесь. Хорошо. Я скоро. За что? Уйди, бабу убью! Чтоб ты сдох, стрижняк! Гад! Пресвятая Богородица, умоли единородного сына твоего, да упокой усопшего раба Божьего Андрея в недрах Авраама с праведными и всеми святыми. Аминь. Вот и все. Что все? Все, 9 дней прошло. У меня есть информация. Луначарский, он действительно помог папе. Я нашла визы, нашла 4 билета на поезд на субботу. И что? Что? В субботу мы уезжаем. Но мы ведь даже не успеем собраться. Значит, мы должны успеть собрать вещи, ясно? Потому что больше билетов не будет. Ты ведь не собиралась уезжать. Вера, это было в прошлой жизни. Я теперь понимаю, что папа действительно был прав. Мы должны уехать, он для этого хлопотал. Он хотел, чтобы мы уехали, мы уедем. Что, Наденька? Скажи, солнышко, ну? А ребенком кто будет заниматься? Кто его вылечит? Скажи мне, пожалуйста, а? В России это невозможно, тут сплошная разруха. Мы должны готовиться к отъезду. Значит, мы уезжаем. С Федором ты расстаешься? По-моему, это очевидно. А не пожалеешь? Лида, ты чего? Лида, Лида, пожалуйста, не плачь. Ты еще не знаешь всего. Чего? Лида. Я жду ребенка. Федора? Господи, да, конечно, от кого же еще? И ты уезжаешь. Ты ждешь ребенка от Федора, и ты уезжаешь? Да. Лида, да ты просто с ума сошла. Вера, да что я скажу этому ребенку? Что один дед убил другого деда, а потом отец убил своего отца? Да, господи, вообще не обязательно что-то говорить. Там, да. А тут не я, другие скажут. Да и вообще, как он во всем этом ужасе вырастет? То есть,
Федор о ребенке ничего не знает. Нет. И никогда ничего не узнает. Добрый день! День добрый. Что вам угодно? Да вот. На коллекцию вашу пришел посмотреть. А вам-то откуда известно про коллекцию? Что происхождение мое оцениваешь? Из кухарских детей я? Да? Дело не в происхождении. Да нет. Как раз-таки в нем дело. Правильно понимаешь? А про коллекцию я читал. Должны же мы знать, что нам от бывших людей достанется. Что, слова мои не нравятся, да? А вот ты мне очень нравишься. Я бы на твоем месте радовался. Чему? Нет! Нет, нет, нет! А! Пустите! Пустите! Видите, какая наружность, да? Ты какого права имеете? Не мое оценивать, а? Отпустите, не трогайте меня! Нет, нет, нет! Трогайте меня, пустите! Ах ты, сволочь! Пустите меня! Ах ты, сволочь! О! А эта Фрея откуда тут взялась, а? Ты смотри. Ладно. Другие на вашем месте спасибо вы сказали. Значит так, барышни, вы тут с вещичками-то поаккуратнее. Если что пропадет, с вас спрос будет. С какой стати вы будете спрашивать? А с такой, что вот это все теперь национализировано и будет изъято. Да это все музейное. Да? На музей мандат должен быть. У вас мандат имеется? То-то же. Готовьте вещи к изъятию. До встречи, красавица. Ты еще чего-то не понимаешь? Будешь ждать его прихода? Вещи собирай. Huh?
там, я думала, да, это был ангел-хранитель. Она говорит. Ты говоришь. Это был оборотень. Какой еще оборотень? Волк-оборотень. Ну, помните, как папа рассказывал, как он с мальчиком волка-оборотня видел? Нет, идем. Наденька, папа был маленьким, ему померещилось. Ты не могла видеть. Зато ты теперь говоришь. Пойдем. Но я его видела. Пойдем, солнышко. Видела. Показалось, пойдем. Он был настоящий. Все, спи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Бедная, она так испугалась. Ты все вещи собрала? Послушай. Все изменится, если здесь будет музей. Нас не тронут. Вера, я не собираюсь это обсуждать. А я собираюсь. Этот в кожанке сказал, что можно сделать музей, если у нас будет мандат. Мандат — это их бумага, их разрешение. И мы могли бы его получить у главы уезда. У Федора. Вера, я тем более это не собираюсь обсуждать. Иди спать. Доброе утро. Как ты себя чувствуешь? Пока не знаю. По-моему, хорошо. Послушай, мне нужно сегодня съездить в город по одному очень важному делу. Можно я с тобой поеду? Нет. Ты только Лиде не говори, хорошо? Если она вдруг спросит, где я, скажи: а я не знаю, где Верочка. Хорошо. А ты скоро? Как получится. Стёп, ты чего? Пойдем передохнем. Из рук все валится, Пашка. И у меня тоже. Вчера мозаику начал собирать, так все камни рассыпал. В душе муторно, вот что, Пашка. Мест себе не нахожу. Порушил все, понимаешь? Батя в могиле, Федор неизвестно где. Продразверстка эта проклятая. Не могу я здесь. Подамся из деревни. А куда? В Москву. А что, руки, слава богу, есть. Работу найду. Тебя потом туда с собой возьму. Меня в Москву возьмешь? Правда? Я тебя обманул когда-нибудь. Городскими станем. Жизнь настоящую увидим. Нет, я сейчас не могу. А почему? Тебе же учитель говорил, учиться надо в этом... Ну, в училище. Как его? Живописи вояния из отчества. Ну? Но это когда вырасту, туда малых не берут. Ничего. Первое время при мне будешь. Придумаем что-нибудь. Москва ведь она на то и Москва, Пашка. Там любому дело найдется. Не поеду я отсюда, Степ. Почему? Не могу. Слово дал. Какое слово? Кому? Одному человеку, которому сейчас очень плохо. Обещал его не бросить. Слово — это хорошо. Это правильно, Пашка. Но ты подумай, братуха. Пошли. На
Надюша, а где Вера? Не знаю, с утра ее не видела. Надо вещи собирать, ее где-то носит. Ты давай тоже собирайся. Лида! Ну ты же сама говорила, что нельзя уезжать. Надя, ты еще слишком мала, чтобы об этом рассуждать. Мы договорились. Собирай вещи. Ну, а как же Паша? Наденька, мы уезжаем не навсегда. Здесь жизнь наладится, и мы вернемся. Видишь, мы даже коллекцию в доме оставляем. Правда, вернемся. Правда. Где ты была? Я тебя целый день ищу. Зачем? Да что, вы сговорились, что ли, обе? Надя со своими глупостями. Мы завтра уезжаем. Ты еще вещи не собрала. Лида, я не поеду. Как? Я остаюсь здесь. Вер, посмотри на меня. Ты с ума сошла? Ты же хотела уехать. А теперь не хочу. И что мне делать? Как я могу тебя оставить? Лида, я не Надя. Мне не 10 лет. Я теперь сама за себя решаю. Наталья, здравствуй! Здрасте, Авдотья Петровна. Наталья, вот сюда. Ты чего к нам не заглядываешь? А чего заглядывать? Понятно, все, не нравлюсь я Степану. А ты и руки опустил. Так а что же я сделаю? Сердце Степиным не прикажешь. Сердце. А у мужика еще кое-что другое есть. А ли ты не знаешь? Авдотья Петровна, ну что вы такое говорите-то? Наталья, мужик он и есть мужик. С ним по-простому надо. Ой, моя свекровь покойница мне помогла. А я тебе помогу. Ты девка спокойная, работящая. Такая Степке и нужна. Пойдем со мной. Пойдем, пойдем. На, бери. Это что? Настойка. Если 5 капель в вино накапать, у мужика сразу взыграет. Чего взыграет? Вот дура, что ли? Все сразу и взыграет. От тебя не оттащить будет. Я как-то своему Тимофеюшке накапала, женился и никуда не делся. Так это ж когда была? Я же ли испортилась? Так только крепче стало. Ты вина хорошего раздобудь, закусочки поставь. Ну, сама сообразишь. Только помни 5 капель. На тебя довольно будет. Спасибо, Авдотья Петровна. И вот как накапаешь, сразу и подавай. Ага. Степка, я же чего думал в Москву уехать. Ну ничего. Женишься, никуда не денешься. Ну, вроде все. Почему ты не хочешь, чтобы я проводила вас до станции? Я не понимаю. Как это говорится? Долгие проводы, лишние слезы. Посидим на дорожку. Да что же я делаю? Неужели всего этого не увижу? Еще не поздно передумать. Нет. Я все решила правильно. Это просто минутная слабость. Тогда пиши мне. Конечно. И Надю буду заставлять, чтобы русский не забывала.
Но ты знаешь, мне кажется, что ты приедешь. А я думаю, что ты вернешься. Пойдем? Пойдем. Значит, в Париж едете? Да. Хорошо там, наверное. Лида сказала, что мы ненадолго. Мы скоро вернемся. Ясно. А меня Стёпка с собой в Москву взять обещал. Паш, значит, у тебя тоже все будет хорошо? А мы встретимся? Да. И я тебе колечко сделаю, как у большой. Поедем. Я буду очень скучать. Я тоже. Да! У меня все получится. У меня все получится. Иначе и быть не может. Да. Федя. Я сделал. Передай Лиде. Ага. Постановлением Совета рабочих крестьянских, усадьба Ангелова, музей-заповедник. Федя, когда ты успел? Ты сказала, она ко мне вернется, если сделаю. Передай ей поскорее. Да. Это невозможно. Почему? Что с ней? Она уехала. Куда? В Париж. Когда? Вчера. Я не знала, что она уезжает. Она собрала вещи и в одночасье уехала. Федя! Федя, Лида, она... Лида... Она тебя недостойна! Прощай, Вера. Зачем я здесь осталась? Зачем? Степан! Привет, вставай. А. Здравствуй, Степан. Здравствуй. Устал? Я? Ничего. Много работаешь, Степушка. Как все. Смотрите, девочки. Наташка на Степку Кондратьева так и липнет, так и липнет. А он, глянь, ноль внимания, фунт презрения. Степа, ты не зайдешь ко мне с дверью помочь? А чего? Да прохудила совсем, не закрывается. Понятно. Ну, чё ж, не помочь-то? Помогу. Сейчас, что ли? Да хоть сейчас. Там дел-то всего потесать хорошенько, а? Ладно, пошли. Вот, посмотри, Степушка. Посмотри. Дверь совсем отошла. И засов не закрывается. А ночью-то одной страшно. Ну, мало ли, войдет кто, кругом лихие люди. Ну, инструменты неси. Ага, сейчас. Вот. От тятеньки покойника осталось. Ага. Так. Вот выручил Степушка.
Ну как, Степушка? Ну... Принимай работу, хозяйка. Вот, спасибо. Ну, прошу к столу. Ого! А что у тебя за праздник такой, а? Ну так, благодарна я тебе. Кто бы мне помог, ежели не ты? А что я сделал-то? Так, дверь потесал немножко. Не по работе благодарность-то. Ну выпей, не побрезгуй сиротским угощением. А? Угу. Ну, сейчас вон инструмент хотя бы уберу. Ага. Так-то вернее будет, а? О! Ага. Ну? А ты закусывай. Ага. Грибочки, я солить мастерица. И огурчики, вот. Сейчас картошечку подам горячую. Забористое вино-то. Да? Ага, шибануло прям. А ты закусывай, закусывай. Угу. А я пойду сейчас дверь закрою. Угу. Красота. О, Господи, помоги. Степушка! Наташка, Степана ищешь? Так он убег уже. Припустил, только пятки засверкали. Куда? Вон туда. Где Катьки тугой изба, знаешь? Знаю. Ну, погоди же. Ну, погоди. Ну, почему приспичило же тебя? А? О! Горе мне, бедной сиротинушке! Опозорил ирод! Убил! А, тихо! Наташ, что ты, а? Убивец! Горе мне, горе! Наташ, что ты орешь-то, а? Да нету мне теперь жизни! А! Тихо, что ты орешь-то? Стой! Стоп, промаха! А? Наташ! Стёп, ты ко мне приходи! Я тебя сама полюблю! Дура, я дура! Наташ! Убил! Ну что ты орёшь-то, а? Здрасте! Ой! Ой! Куда ты бежишь-то, а? А чего это? Стой! Степан за Наташкой побежал. Не знаю. Может, насильничал? Степан, Наташку! Ну? Да на что она ему? Наташ! 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 Наташ, ну что ты, а? Вставай, вставай. Чё ревёшь-то, а? Чё ревёшь? Не любишь, так и скажи. На весь белый свет опозорил. Да чем я тебя позорил-то? Я сам опозорился. Не знаю, что на меня нашло, муж припекло. Как мне теперь людям так в глаза глядеть? Утоплюсь, в омут кинусь. Эй, Наташ, чё в омут-то, а? Да какого лет топиться-то, а? Тихо. Тихо, тихо. Люблю же, я тебя люблю. Ну тихо ты, тихо, Наташ. Вера! Вера, открой, это я! Надя, Вера, открой! Господи, что случилось? Верочка, ничего не случилось. Я просто вернулась. Откуда? Из поезда. Вышла на полустанке. Фу, этого еще не хватало. Пойдем. Как?
как тебе в голову такое могло прийти? Ты представляешь, что с тобой могло случиться? Одна ночью на железной дороге. А Лиде каково? Представляешь? Я ей оставила записку. Написала, что я в Ангелово возвращаюсь. Надя. Лида говорила, что мы уезжаем не насовсем. И я ей поверила. А в поезде она сказала, что на самом деле мы никогда не вернемся. Ну, Наденька, нельзя знать наверняка. Не хочу никогда там оставаться. Я хочу навсегда-навсегда остаться здесь. Надя, это очень опасно. Я сама-то не знаю, как здесь выжить. Верочка, я тебе буду во всем помогать. Скоро ангел-хранитель вернется. Все будет как прежде. И Лида приедет обратно. Voici votre fils, мадам. Вот ваш сын, мадам. Vous pouvez le nourrir. Вы можете его покормить. Je veux remercier. Благодарю. Похож. Pardon, мадам? Что, мадам? Elle ressemble tellement. Он так похож на своего отца. Новая экономическая политика, НЭП, привнесла в усадьбу Ангелова совсем другие нравы. Музею надо было как-то выживать. И все эти заботы легли на хрупкие плечи Веры Ангеловой. Товарищи, прошу минуточку внимания. Я очень рада видеть дорогих гостей в нашем Ангелово. Вы все ответственные партработники, деятели культуры, искусства. Вы все наши желанные гости. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, угощайтесь и чувствуйте себя как дома. Товарищи, поблагодарим нашу гостеприимную хозяйку, нашу несравненную, очаровательную Веру Андреевну. Спасибо, спасибо, Игорь Самуилович. Товарищи, ура! Ура! Но это еще не все. У меня для вас есть сюрприз. Поет... обворожительная Элен. Шумит ночной Марсель, в притоне трех бродяг. Там пьют матросы эль, там женщины с мужчинами жуют табак. Там жизнь недорога, опасна там любовь. Недаром негр-слуга там часто по утрам стирает с пола кровь. Трещат колоды карт, и глух червонцев звук. В глазах горит азарт, и руки тянутся невольно к поясам, как вдруг в перчатках черных дама вошла в притон так смело и негру приказала подать вина. Средь шума гамма драки за стол дубовый села и стала пить с усмешкой совсем одна. Нам знать ожидает. Здравствуйте. Здравствуйте.
Смотрите, кто пришел. Держи. Товарищ Хопер. За что такой прием, товарищ? Я польщен. А, это вам аплодируют. Геннадий Петрович, ну наконец-то. Друзья, а это мой непосредственный начальник Геннадий Петрович. Ну что же вы опаздываете? Вера Андреевна, настоящая чаровница. А я вам фейерверк привез, китайский. Эх, бабахнем сегодня! Это вы мой чаровник. Геннадий Петрович, идите, пожалуйста, угоститесь. Товарищи, не скучаем. Надежда Андреевна, здравствуйте. Мы с вами знакомы? Ну, Вера Андреевна рассказывала, что у нее есть младшая сестра. Спасибо, а я... Спасибо, благодарю вас. Позвольте представиться, Семен Борисович Фомицкий. Угу. Врач. А вы что же, уходите от гостей? Мне не нравятся верены гости. Какое совпадение. Вы знаете, мне тоже не нравится все вот это. Давайте тогда прогуляемся в парк. Мне все верены гости не нравятся. И в парк я с вами не пойду. Ну как вам, Геннадий Петрович? Чудесно. Я говорила. Ой, Надежда Андреевна. А мы тут все думаем, куда подевались? Прелесть вы наша. Это что такое? Однако некрасиво как-то. Да, в музее сегодня выходной. Вера Андреевна. Да? Пренебрегает, что ли, нами сестрица ваша? А, нет, что вы. Она просто нездорова. Ну так пусть лежала бы в кровати, коль нездорова. А то, понимаешь, выказывает пренебрежение. Вы совершенно правы. Я сейчас к ней зайду и скажу, чтобы легла. Вера Андреевна, брудершафт. Давайте, давайте. Пора на ты переходить. Попробуйте, пожалуйста. Вот это я понимаю. Успокойся. Вот теперь на ты, Верочка красавица. Минуточку. Уникальный советский случай. Начальник переходит на ты с подчиненной публично, никого не стесняясь. Товарищи, а? Элен, бублички. Купите бублики, горячие бублики. Купите бублики, народ скорей. Куда ж ты, красавица моя? У меня для тебя сюрприз. Геннадий Петрович, я на 5 минут и вернусь. Вера, это очень важно, поверь. Хорошо. В ночную мглу, а я несчастная, торговка частная. Стою и бублики я продаю. А я несчастная, торговка частная, стою и бублики я продаю. Отец мой пьяница, за рюмкой тянется, а мать уборщица, какой позор! Сестра гулящая, тварь настоящая, а мой братишечка карманный вор. Инспектор с папкою и с толстой. Что это было? О чем ты? Мне взять патент, но не притворяйся, все ты прекрасно понимаешь. Ты тоже ведешь себя вызывающе. Я просто услышала, как пела Лена, поэтому и вышла. Поставила меня в идиотское положение. Ты сама себя в него поставила. Что? Да, Вера, да. Я все молчу, но это невыносимо. Все эти вечеринки прямо в каминном зале. А где, по-твоему, мне их устраивать? На складе? Да зачем вообще их устраивать? А, вот оно что. Осуждаем. Не осуждаем. Просто это предательство. Неужели ты этого не понимаешь, Вера? Интересно, и что же, по-твоему, я предала? Все. Все, что нам дорого. Всю нашу память. Все, Вера. А ты разве не понимаешь, что если я здесь не буду всех этих геночек развлекать, у нас эту память изымут в любой момент? Ты что же, Наденька, до сих пор считаешь, что это все наше? Я ничего не считаю. Мне просто противно. Чистоплюйка.
ангела национализирована 10 лет назад. Мы здесь никто. Просто призраки. И такие, как ты, позволили все разрушить, а я не позволю. Не позволю. Верунчик, а вот и сюрприз, я же обещал. Из наркомата иностранных дел очень приятный товарищ. Вер, позволь тебе представить товарища Смирнова Сергея Петровича. А мы уже знакомы. Правда, Вера Андреевна? Да, а вы оборотистая дама. Что вы имеете в виду? Сохранили свою коллекцию. Она не моя, это народное достояние. Это вы экскурсантам рассказываете. А я бы еще 10 лет назад конфисковал бы всю эту вашу коллекцию, если бы вы вовремя не оформили документы на музей. Кстати, как это вам удалось? Мир не без добрых людей. А вам есть что предложить доброму человеку. Знал бы, сам оформил такую цену за мандат. Вы ошибаетесь. А где, между прочим, ангел-хранитель? Откуда вы про него знаете? Ну, я хоть и не профессор, но икона-то известная. В научных статьях отражена. А, вы читаете научные статьи? Зачем? Для общего развития. Так где она? Икона ангела-хранителя пропала во время гражданской войны. Вот так сама взяла и пропала? Или, может, опять помощь выпросили у доброго человека? Вера Андреевна? Я думаю, у нас будет время это все обсудить. А сейчас пойдемте веселиться. Веселиться. Браво! Браво! Большевик! Надя! Паша! Надя! Надя, ты плачешь? Нет. Что ж ты так долго не приезжал? Я к экзамену готовился, по композиции. Я очень скучала. А я по тебе. В Москве все хорошо, но тебя нет. Так тебе не хватает, Наденька. Ты что, дома еще не был? Нет, я сразу к тебе. Друзья мои, сейчас будет фейерверк. Интересно, что там будет. Ой, идем, Геночка, пропускаем, пропускаем. Давайте. Товарищи, подходите сюда. А это кто? Сюда. Верены гости. Знаешь, есть такое модное слово. Непман. Я тоже хочу. В Москве тоже непманы гуляют. А давай я тебя домой провожу. Мне все равно там делать нечего. А давай. Техника холодной чеканки веками не менялась. И я подумал, а что, если ее совместить с мозаикой? Металл с мозаикой? Да. Ты представляешь, какие вещи можно будет удивительные делать? Такие, которых еще никто никогда не делал. И ты станешь знаменитым? Ну, этого никто не знает. Я знаю. Станешь. У тебя есть талант.
А талант — это главное. Для меня самое главное, чтобы ты была рядом. Надюша. Я пойду, Пашенька. Надеюсь, гости уже разошлись. Нет, ты одна не пойдешь. Я тебя провожу теперь. Так и будем друг друга провожать. Да? Ой, дурак. Погубит себя он с этой бывшей барской дочкой. Мам, у вас что-то упало? Ковш упал. А тебе-то какое дело? Я помочь хотела. Да ты себе помоги. Степану сына родить. Ой-ой-ой! Осторожно, осторожно. Так. Я шофёра отпустил. Да нет, как же отпустил? Вот он стоит. Ай! Семён Борисович, помогите. Куда же мы? Так, вот. Вот. Рунчик. Можете ехать. А поцелуй от начальника? Что ж ты будешь делать? После этого она будет утверждать, что у нее тут музей. Сегодня в музей выходной. Ты что, не понял? Она так сохраняет фамильную коллекцию. До свидания. До свидания. А хопер ее начальник прикрывает. По каким причинам, мы только что видели. Нужно эту парочку вывести на чистую воду. А как ты их выведешь? Написать куда следует, что народу в музее иконы показывают. Где это видано? Иконы и советская власть. Ну все, ну перестаньте, перестаньте, правда. Ну, я буду скучать. Все, 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 все. Все, 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 все. Доброго пути. Пока. Вон, слышишь, машины отъезжают. Гости расходятся. Да, закончился праздник. Домой пойдешь? Да. Надо помочь убрать Вере за этими. А знаешь, я теперь наш дом домом-то почти не называю. Да чего противно. А ты приехала, легче стало. Слушай, а давай не пойдем? Подождем, пока все разойдутся. Давай, давай не пойдем. Ну? Что ж, Вера Андреевна, спасибо вам. Приезжайте, я всегда вам рада. С удовольствием. Всего, всего хорошего. Доброго. До свидания. Ну что, всех проводили? Нет, вы еще остались. Я не в счет. Почему же? А вы не понимаете? Вера Андреевна. А... Да? Простите, ради бога, я совсем запамятовал. Перепутал расписание, опоздал на последний поезд. Вы позволите у вас переночевать? Конечно, Семен Борисович, пожалуйста. Благодарю. Я точно вас не стесню. Ни в коем случае. Ладно. Если полагать, что ваши покровители в главной улице могущи, то вы очень ошибаетесь. Домой. Миски давай, картошка стынет. Дура косорукая, а? А я сейчас соберу, я сейчас соберусь. Да что ты соберешь? Что соберешь? Слезы ты мои соберешь. Мать, что ты в самом деле? Ну, разбила и разбила. Вот бог сыночков дала. Один отца убил и сам сгинул. А другой жену поучить не может. А третий все в бирюльки играет. И забот не знает. Мать, да что ты? Да что мать-то, что да мать, тебя. Ай, не что это жизнь! Господи, горе мое, горюшка! Тимофеюшка, голубчик Ма, мой, ну видишь? Ну успокойся. Ма! Ой, тошно смотреть, как вы живете! Ну а разве плохо мы живем? А чего хорошего? Степка вон порожнюю бабу взял. Кто его на старости доглядит? А ты? А ты? Что ты в той Москве делаешь? Зарабатываю, мам. Держи. Откуда это?
Чеканку для Непманской квартиры делал. Купи новую посуду. Ого. Прости меня, Верочка. За что? За все. За то, что я плохая и капризная. Что это с тобой вдруг? Ну, во-первых, мне действительно стыдно, что я нахамила твоим гостям. А во-вторых, Паша приехал. Наташ! Ты здесь? А я тебя ищу, ищу. Ну чё ревёшь-то? А что мне делать, Стёпушка? Каждый день одни попрёки. Ну не виноватая, что понести не могу. Я уже и к бабке ходила, и к знахарю. Зачем? Как же ж, брюхо-то порожнее, чем я Господа прогневила. Слушай, порожнее и порожнее, тут и без детей забот хватает. Наташ, ну тошно твоего нытья, понимаешь? Я не буду, не буду, Степушка. Мне вот и знахарь сказал. Сама ты, мол, виновата, что мужик твой зажечься не может. Чего ты? Я не могу. Ой. Я не могу. Стёп. Я не могу. Стёп. Завтра поеду в главнауку. Зачем? Мы же все отчёты только что сдали. Появились кое-какие дела. Кстати, на твоем месте я бы присмотрелась к Фомицкому. Кто такой Фомицкий? Семен Борисович Фомицкий, врач, с которым ты разговаривала на лестнице. Зачем мне к нему присматриваться? Затем, что, может быть, хватит мечтать о небесных пряниках? Это я о Паше. Недолго он будет помнить бледную музейную деву. Ты ошибаешься. Посмотришь. Сыночек, найди в Москве годную девку. Годную — это какую, мам? Пролетарку бери. От деревенских сейчас толку нет. Вон Степка влип, как муха в навоз. А бывших господских брать не дай бог. Пролетарки нынче в чести. В начальники выйдешь. Ну, мам, ну, глупости. Дай поспать. М? Совсем забыла, письмо пришло. От Лиды. Верочка, Надя, умоляю, приезжайте ко мне, пока это еще возможно. Этот Нэп у вас — это ненадолго. Прошу. Давай.
сержусь. Это нечестно. Ты поправил рукой обруч. Это нечестно. Неправда. Я ничего такого не делал. Андрюша, сынок, подойди ко мне. Oui, мама. Говори по-русски. Что, мама? Мы же договорились решать все вопросы мирным путем. Но он врет. Подожди. Может быть, тебе показалось. А может быть, ты сам коснулся кольца рукой. Вон дако. Подожди. Беги. В Сорбоне я общаюсь со знающими людьми. Как писал Есенин, большое видится на расстоянии. И здесь почти все уверены, что впереди Россию ждут страшные времена. Уезжайте, пока не поздно. А ты тоже так думаешь? Как Лида? Тоже считаешь, что здесь оставаться опасно? Я не знаю. Но я слишком много сил вложила в Ангелова, чтобы это кому-то оставить. Аквамедскому присмотрись. Андреевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Что, решили после нашего разговора прямиком направиться в главнауку? В главнауку я езжу постоянно. Здесь мое начальство, Сергей Петрович. А мне казалось, вы не запомнили, как меня зовут. Я помню все, что мне необходимо. Это комплимент. Кому? Мне. Вы правы, я вам необходим. Потому что если я решу закрыть ваш так называемый музей, а на самом деле уютное дворянское гнездышко, которое вы свели лично для себя, то это мне не составит никакого труда. И никакая главнаука не поможет. Вера Андреевна, я предлагаю обсудить будущее вашей коллекции за обедом. Вы не против? Не против. Прошу вас. Прошу. Тома, Тома, Тома. Что это вам будет? Откидывайте. Я, конечно, рад, что мы вас встретили. Снова. Вы понимаете, другие времена. Пожалуйста. Вот ради этого я кровь проливал гражданскую. Интуиция мне подсказывает, что именно ради этого. Ошибается ваша интуиция. Почему? Потому что это все без корней. Как пух на одуванчике. Дунь, и оно улетит. Не понимаю. Вы когда последний раз за границей были? Гимназистка еще. С папой ездила. А я 5 лет назад. Впервые по службе в Берлине. И сразу понял, вот там рестораны, там отели, там дороги, оно все как дерево. Вот срубишь его, а из корней новая порция пошла. Глядишь, через год-другой, опять дерево стоит, краше прежнего. А вот это все, это пух на одуванчике. Интересно рассуждает ответственный советский работник. Я не понимаю, вы меня провоцируете? Или... Или? Вера, такие женщины, как вы, разумом красивы. Давайте выпьем за вашу красоту. Не понимаю я ваши цели. Откуда он узнал? Вы моя цель. Да,
Семен Борисович, что вы здесь делаете? Вот, Вера Андреевна, ждал вас попрощаться и поблагодарить за ночлег. Ну, приезжайте, мы всегда вам рады. Да, я бы с радостью, но, к сожалению, покидаю ваши края. Уезжаю. Куда? В Ленинград, военно-медицинскую академию, повышать квалификацию. О, понятно. Ну, счастливого пути. Угу. С Надей уже попрощались? Да, боюсь, Надежда Андреевна не до меня. Совсем недавно она удалилась в парк с очаровательным юношей. Кланяйтесь ей от меня. Всего вам доброго. И вам. Паш, а почему ты меня с собой в Москву не берешь? М? Так ведь угла своего нет. В чужой мастерской из милости ночую. Даже в гости тебя неловко пригласить. Извини, я понимаю. Надя, обзаведусь своим жильем. Сразу тебя к себе заберу. Наденька. В этот день односельчане собрались во дворе Кондратьевых отметить рождение долгожданного первенца Степана и Натальи. Но самому Степану это событие желаемой радости не принесло. Он по-прежнему жил с нелюбимой женой, чувствовал себя неприкаянным, и душа его томилась. Степка, ай! Давай займи жонку! Да. Нехай нам давай. Сына покажет. Слабенький он у нас. Ну, не ровен час сглазит. Это до месяца нельзя показывать. А после можно. Боже, зачем боже, ты дозвали, коль не кажете, Степан, дитё? Ты вот, Степан, не стесняйся. Угу. Ты вот это, раз, два, ладно. И покажи ну, сына. Давай. Давай, давай. И без мальца не возвращайся. Не возвращайся. Пашка-то, Пашка-то не приехал. Да брезгует. Брезгует деревенской роднёй. Я тоже. Москвич теперь, богатый. Ну, знаете, мы теперь тоже не бедствуем. О. Правильно? Теперь не то, что при этой, как его, продразвёрстке. Продразвёрстке, о! Теперь же своим трудом заработать можно, правильно? Это да. Да. Давай за хорошее время вы. За давай, хорошее давай. Время. Давай. Давай. Вот там. Эй, мой. Какой голосистый, а? Ага. А говорили, что на слабенький. Ну, дай-ка. Вылетай, Степка, так? Не, Наташка. Ну, Наташка похожа. Что замолчал? Захотел поговорить о не с кем? Да не лезь ты, иди. Ну, орёл. Орел! Точно! Хорош, парень! Пойдем! Нехай растет, как говорится, батьки и мамки поможет. Так? Да. 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 Орел! Спасибо, люди добрые, что пришли к нам в ответ. Растите здоровье! И вы благодарствуете. Бабоньки! Давай красивую! Ну, давай! Зеленая давай, рощица. Ой, что ж ты не цветешь, молодое соло. Матюша, Захар. Ой, что ж ты не поешь, молодой соло. Тебе поговорить не с кем. Что? И тебе скучно? Наташка твоя скучная, как корова. Угу. Ах ты малявка. Ты чья такая? Анисимов, Лукерия. Вот я бы удавилась, если бы на меня муж смотрел, как ты на Наташку. Лучше совсем замуж не выходить. Языка-то это не по годам. А ну кыш отсюда, Лукерия Анисимова. Скучно тебе, скучно, ну и дурак. Следующей встречи с Лушкой Анисимовой Степана придется ждать еще несколько лет. Ишь, бойкая растет. Вера, из Москвы мы тоже вместе поедем?
Я могу задержаться, а ты бланки для ведомости получишь и возвращайся, меня не жди. А ты надолго задержишься? Не знаю, как сложатся дела. Ты что сияешь, как медный грош? Ну ты же не каждый день мне в Москву позволяешь съездить. Там делать нечего в этой Москве. Все, идем, на поезд опоздаем. До вечера. До свидания, Вера Андреевна. Сегодня музей не работает, выходной. Надя впервые в своей жизни приехала в столицу, в гости к Паше Кондратьеву. Она шла по Московской улице, затаив дыхание, в предвкушении встречи с любимым. Приехала и вот решила сюрприз сделать. Я не помешала? Да нет, ну что-то, я же тебе написал в любое время. Вот как ты устроился. Как хорошо, что ты приехала. Да, свой угол теперь Наденька. Намыкался по знакомым, хватит уже. Нравится? Очень. Ты можешь теперь приезжать ко мне когда угодно. И даже оставаться. Красиво. Паша, а ты сам сделал? Да. Нравится? Угу. Очень. Выпьешь? Нет. Шампанского? А потом тащиться на поезд? Свое служебное авто ты мне не предлагаешь? Лучше, чтобы мой шофер пока не знал о нашей связи. Ладно, ты не хочешь, а я выпью. Тем более, я хочу сделать тебе предложение. Руки и сердце? Это попозже. Сейчас посерьезнее. Вот видишь, я здесь в чеканку камушки вставил. И гляди, как сразу все заиграло. Так мой дед делал, мастер Илья Кондратьев. Да. Риза на нашей иконе такая же была. А вот еще заказ. Держи. Это браслет. Я думаю, целую серию такую сделать, с камушками разного оттенка. Он открывается. Нравится? Ты же голодная, наверное. Пойдем крендельков купим. Не голодная, но пойдем. А еще я ключ тебе дам. Я второй специально для тебя сделал. Будешь ко мне приезжать всякий раз сюрпризом. Мне так очень нравится. Я знаю, что я говорю, Вера. Этого не может быть. Почему не может? Потому что у власти кто угодно, но не идиоты. По-твоему, НЭП объявили? Все восстановили, чтобы все у всех отнять? Опять голод, продразверстка. Это бред какой-то. Это факт, Вера. У всех все отберут. Вопрос просто времени. Недолгого, думаю. Зачем? А затем! Затем, что мы не для этого революцию делали! Ты вон в деревне живешь. Ты у любого мужика спроси, он тебе скажет. У меня есть корова, у меня есть лошадь, у меня есть мельница, у меня есть зерно, у меня есть картошка, что у меня там еще есть?
Я сам себя прокормлю! Я сам себе хозяин! Вы мне зачем? А вот это, дорогая моя Вера, мы допустить не можем. Ты к нам на пузе приползи и спроси! Товарищ начальник, разрешите покушать? Дышать разрешите? А мы еще подумаем, разрешать или нет. Поняла? Вижу, что поняла. Ладно, ерунда все это. Ты слушай, что я тебе предлагаю. Крингельки, вот крингелёчки, баранки, берите баранки. Подходите, молодые люди, подходите. Как на подбор. Крингельки, крингелёчки. С вареньем, шоколадом. Мне два с шоколадом. Ага. Так. Пожалуйста, дорогой. Ага. Спасибо. А на здоровье. А крендельки и крендельёчки кому? Держи. А еще бывает с сахарной пудрой, но они ужасно сыпятся. Мы тогда все белые будем, как два первого. Ну, давай. Ну как? Другого шанса вывести коллекцию у тебя не будет. Ты так говоришь, будто я сплю и вижу, как бы ее вывести. У тебя выхода нет. Коллекцию отправим в Берлин по дипломатическим каналам. Плюс наши личные вещи, конечно, все вывести не получится, но... Главное, точно? Прикроет этот НЭП Вера. Самое большое, через полгода я их насквозь вижу, я сам такой. Почему я должна тебе верить? Потому что, Вера, я без тебя не могу. Я без тебя пропаду, Верка. Вера, я пропаду без тебя. Я пропаду там один. В этом ихнем Ордунге. Я сопьюсь. А вместе мы с тобой, Вера... Начальник капитал нам иконы дадут. А там, там мы аукционный дом откроем. Или я не знаю, что дальше что-нибудь с твоим-то умом, да с моей хваткой. А? Ты что, боишься? Нет. Ну, правильно. Ты мне подстать, Вера. Вместе мы с тобой силы... Ты иконы приготовь. Я тебе сейчас списочек дам, какие надо. Ну ты и жук. Уже списочек приготовил. Когда успел? Я делал в твоем музее. Я много от не работаю. Посмотрел, что у тебя есть, и изучил конъюнктуру западного рынка. Ну ты и жук. Верочка, приготовь иконы. И сама собирайся. Лишних вещей не бери. Все в Европе купим. Ух, Вера, я тебя в золото одену. Ты у меня... За иконами через неделю приеду. Я еще не согласилась. Разве нет? Без сестры никуда не уеду. Про сестру знаю. Командировку на вас двоих оформлю. Пока это еще возможно. Верочка. Верочка. Это последний шанс. Думать нечего. Рыба! Орехи! Рыба соленая! Орешки! Рыба! Берите, а рыбу не возьмешь. Свежая, свежая, гражданин. Дядь Марк, дай баран. Вот, держи. Один сейчас съешь, а один с собой возьми. Будешь вспоминать, как мы с тобой по Москве гуляли. Ой, чуть не забыл. Вот. Паш, я вряд ли теперь скоро смогу приехать. Я же экскурсии вожу. А я все равно. Буду тебя каждый день ждать. Я думала, ты дома давно. Задержалась. Где, интересно знать? Да, я весь день была с Пашей. Ну и что? Ничего. Была и была. Садись. Надя, что бы ты сказала, если бы я предложила тебе уехать? Куда? В Берлин.
оттуда в Париж. Как? Ты шутишь? Нет. Но это невозможно. Я тоже так думала, но оказывается, еще возможно. Да я не о том. Теперь для меня это невозможно. Надя, послушай, да, я ничего не хочу слушать. Ни за что. Прав был Смирнов. Разгульная эпоха НЭПа сменялась более суровыми временами. По дороге в Москву к начальству Вера смогла в этом убедиться. Что случилось, Захар Фомич? Раскулачили, высылают. Куда? Говорят, на севера куда-то. Господи, чем мы тебя прогневили-то? За что нашим деткам пропадает? Куда вы их везете? На станцию. Женщина, не мешайте. Оставили. Всю жизнь прожили. Как так, люди-то добрые? Захарушка. Геннадий Петрович. О, кого я вижу? Разрешите? Проходи, Вера Андреевна, проходи. Очень рад. Присаживайся, будь добра. Что-нибудь случилось? Да нет, ничего в общем не случилось. Вы просто меня так неожиданно вызвали, я подумала, что с квартальным отчетом что-нибудь не так. Да нет, с квартальным отчетом у вас все в порядке. А с чем не в порядке? Вот что, Вера, ты у нас женщина понятливая, поэтому без обиняков. Поступают на тебя сигналы. Потрясающе. Ты знаешь, удивительно. Правда? Конечно. Ты очень много работаешь. Тебе нужно отдохнуть. Едемте играть. Ты настоящий художник, Павлуша. Ты влюблен в искусство. Но тебе же тоже надо отдыхать. Едем. Выпьешь шампанского, сыграешь пару партий. Здравствуйте. Девушка, соедините, пожалуйста, Б-51. Мне сегодня сон был, ты обязательно выиграешь. А великий художник угостит дам шампанским? Чего мне угостить? Сейчас, ага. Минуту. Ага. На Есенина похож. Он ведь тоже из народа. Такой настоящий, не то что все. Я готов. О, Павлуша, дорогой. Пойдем, Павлуша. Не отвечает? Теперь, дорогая моя, не прежние времена. Партия наладила новую жизнь, культурную. На пережитки прошлого нам теперь оглядываться нечего. Мы на широкую дорогу вышли. Я не понимаю, при чем здесь экспонаты музея. А при том, что экспонат экспонату рознь. Не все надо людям показывать. А то вот, пожалуйста, посетители сигнализируют. Пришли в музей повысить, так сказать, свой культурный уровень. А там иконы, чисто как в церкви какой. Но церковь закрыта. Ну и слава богу. Фу. Ну закрыто и закрыто. Незачем об этом вспоминать. Я не понимаю. А что тут понимать? Икону убери в складское помещение. От греха подальше. У тебя же экспонатов и так хватает. Оформляй их в запасники. И убирай с глаз долой. Вот и все. Убрать иконы? Именно сейчас? А когда? Да, сейчас. Ну что, играем? Поднимаю. Ну давай, отвечаю. Так. Ну давай, давай, скорее, ну. Ва-банк. Так-с. Их, мать возьми. Я приношу тебе удачу. Так, идем скорее, а то спугнем удачу.
Спасибо за игру, друзья. Елена, дорогая, ты идешь? Нет, хорошо. Нет, не иду. Пойдем. А, иду. Ну что ты, проиграл. Ну ничего. Ты приносишь мне удачу. 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 Ну что, поедем к тебе отмечать нашу победу. А чё не поехать? Поехали. Э! Садись. Поехали. Гони, гони. Вот мы и дома. Великий художник устал, да? Что? Можно? Иди сюда. Я буду любить тебя вечно, Павлуха. Паша. Надя? Надя, это... Надя, ты гляди, сколько я выиграл. Вот сколько я выиграл. Заживем теперь, Надюша. Предатель. Надя, ты чего? Я же сколько денег выиграл. Предатель, да не нужны мне твои деньги. Надя, ты чего? Да плюнь. Плюнь ты на нее, неблагодарная. Эй, правда, один не останусь. Надя, Наденька, что случилось? Все очень просто. Я все выдумала. Я всю свою жизнь выдумала, Вера. Ты была права. Я не понимаю. Вера, 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 Верочка, я тебя прошу. Давай едем куда-нибудь. Ты говорил, в Берлин. Хорошо, в Берлин. Ты, да все равно куда. Давай поедем, я прошу тебя, Вера. Хорошо. Хорошо. Восемнадцать. Смирнов на проводе. Мы с сестрой готовы уехать. И хопер говорит, не надо дразнить гусей, убирайте иконы с глаз долой. Отлично. Как писали в старинных романах, сама судьба благоволила к ним. Когда нам быть готовыми? Послезавтра. Хорошо, я все соберу. Это сюда. Вера Андреевна, не огорчайтесь. Ну, не хочет начальство икон, не надо. Хорошо, несите ящики на склад. Угу. Кроме того, который я отметила. За ним приедет комиссия. Отвезут в Москву. Понятно. На экспертизу. Угу. Ну, а нам-то что? А не начальство? Пусть везут, куда душа попросит. Рация. Пойду. Там, нет? Да, да. Душа. Поторопись, Степан!
Верочка. Верочка, хорошо, что ты пришла. Мне надо тебе сказать, я не поеду в Берлин. Ты помирилась с Пашей? Нет, с ним все кончено. Тогда почему? Я вся здесь, понимаешь? В другом месте это уже буду не я, а другой человек. Я этого человека не знаю и совсем им быть не хочу. Когда начался дождь, я открыла окно в парк, и вдруг так ясно это все поняла, и я путанно объясняю. Верочка, ты поезжай, ты не волнуйся, я как-нибудь проживу. Мы вместе как-нибудь проживем. Я никуда не еду. Но ты же решила. Это странно, но когда начался дождь, я почувствовала то же самое, что и ты. Мы остаемся. Ну а как же тот человек, который готовит нам документы? Завтра к нему поеду и все скажу. Послушайте, я что, врать вам буду? Говорю, товарища Смирнова дома нет. Ну так его и на работе сегодня не было. Ну, это уж мне неизвестно. Куда он уходит, он мне не докладывает. Ладно, извините, всего хорошего. До свидания. Так. О, день добрый, Вера Андреевна. Ну, были уже. Кто был? Ну, вы же сами сказали, мол, за иконами приедут. Вот они и приехали. И как раз тот ящик, который с особо ценными, и забрали. Документ, печать, подписи. Все как положено. Подождите, они должны были позже приехать. Ну, Вера Андреевна, это уж я не знаю. Приехал такой представительный товарищ. Документ при нем. Мы ящик, который на экспертизу. Мы ему и загрузили. Он мне еще акты приемки выдал. Вот. И письмо вам. Я знал, что ты откажешься ехать. Извини, рисковать не мог. Может, когда-нибудь встретимся. Смирнов. Ну чё, Пашка, когда в следующий раз-то, а? Ой, Стёп, не знаю. Работы много, заказы пошли. Но время будет, конечно, вырвусь. Ага. Ну чё, спасибо, что погостил, брат. Да, не за что. Паша! На, вот возьми колбаски домашние. В городе, небось, такой нету. Наташ, ну куда мне её? Себе оставьте, вам нужнее. Ну, как знаешь. Как она себя чувствует? Да вроде ничего. После смерти нашего первого долго оправиться не могла. А, да. Ты же, кстати, не рассказывал, от чего он умер. Да, непонятно, Пашка. Мать говорит, что сглазили. Mm. Наташка прям вся черная была. Говорили, не родит больше. Однако поди ж ты, вот. Ну, надеюсь, что в этот раз все будет хорошо. Как появится наследник? Шли телеграмму? Угу. До станции провожу тебя. Наташ! Пашу провожу. А, дождь. Стёп, иди домой, промокнешь, а я на станцию побегу. Посидим чуток, а? Дождь переждем. Дождем. Паш, ну, да не поговорили же толком. А? То одно, то другое. Пойдем. Давай. Редко приезжаешь, братуха. Работы много, Степ. Старых мастеров чуть не всех пересажали. А я в союз художников вступил.
На заказ теперь работаю. Мозаики делаю для домов культуры, тематические. Про победу социализма. Но ты не думай, я про вас не забыл. Да я и не думаю. Как бы мы здесь выжили, если бы ты не помогал? Сдохли бы все с голоду от побед социализма. Молодец, Пашка, что вырвался. Молодец. Я вот не сумел. Зато у тебя семья. Да, я ничего. Других вон разорили и выслали кулаки, мол. А я живу, будто сплю. Да грех жаловаться. Бог талантов не дал, так чего уж теперь. Помню, Лида Ангелова говорила мне: Степа, ты хороший, добрый человек. Это большой талант. Успокаивала. Как? Лида-то? Известия есть от нее? Не знаю. Ты у Нати спроси, я заходил к ней? Нет. Понятно. Разошлись, выходит, дорожки. Выходит так. Ну что, пойду я? Ну, бывай, братуха. Бывай. Бани только на крещение гадают. Ну вот когда оно будет еще до крещения, а? А если я сейчас свою судьбу знать хочу? Вот прямо сейчас. Ага, а как не получится? Все получится. Несерьезно это все. И к тому же я комсомолка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А комсомолкам замуж не надо, да? Да вы просто боитесь. Кого? Банника, что ли? А то. Я не боюсь. Не боишься? Ну так пошли сзади. Подожди, ты взаправду, что ли? Ну а ты что, замуж не взаправду хочешь? И что будет? Погладит рукой банник, замуж пойдешь. Гладкой погладит за бедного, а мохнатой за богатого. Ну? Ну? Ой, скучно с вами, а? Ой, с тобой весело зато. Еще как цапнет, кто там, знаешь, за... Боитесь. Смотрите. Банный полог, банный потолок. Покажу тебе то, чем рожают, и покажи мне, что меня ожидает. Мужик богатый, ну давай, погладь рукой мохнатой. Банник, банник! Да тихо ты, тихо ты! Че ты орешь-то, дура? Сама ж сунулась. Ой. Ой, Степан Тимофеевич. Да, конечно, Степан Тимофеевич. А ты кто думала, банник? Ага. Ага. Говорю, дура девка. Однако бесстрашная. А я кого мне бояться-то, Степан Тимофеевич? Вас, что ли? А хоть бы и меня. А чем мне вас бояться-то, а? Ладно, давай. Беги домой. Айда пошла. Куда же я теперь пойду, Степан Тимофеевич? Дождь же. А ничего. Не сахарная вроде. А если сахарная? Ну, откуда же мне знать-то? Ну, так это ж проверить можно. Сладко ли?
Не кончился дождик. Если даже и кончится, что в нашей жизни изменится? Что изменится, Надя? Надо было послушать тогда Лиду, уехать отсюда. Ну, кто знает, было бы нам там лучше. Зато здесь прекрасно. Две старые девы, музейные крысы. Но ты же сама сказала, что не обязательно выходить замуж. Мне да. Тебе нет. Но если я никого не полюбила? Кроме гения Павлуши Кондратьева. Зачем ты хочешь сделать мне больно? Затем, что я хочу, чтобы ты проснулась. Тебе всего 27 лет. Разве я сплю? Господи, ты меня никогда не понимала. Хотя Фомицкий почему-то утверждал, что мы с тобой похожи. Какой еще Фомицкий? Семен Борисович, которого ты упустила. Где он теперь? Сейчас люди пропадают, как будто бы не было. Васнецов Алёнушка. А знаешь, как эта картина называется на самом деле? Дурочка. Эх, Лукерия. Что ж нам делать-то теперь, а? А что такое, Стёп? Да старый я. Старый? А? Да что-то я не заметила. Семья у меня. А мне-то что? У меня нет семьи. Я тебя любить буду. Здравствуйте, здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Прошу. За годы советской власти Ангелова подвергалась неоднократным проверкам. Но этот визит государственной комиссии здесь ждали с особым опасением. Здравствуйте. 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 Знакомьтесь, члены государственной комиссии. Иннокентий Михайлович, председатель. Вера Андреевна, директор музея. Очень приятно. Ну, рассказывайте. Спасибо. Дорогие товарищи, вы находитесь в «Жемчужине», музей-заповедника Ангелова, в музейном зале. В этом зале представлена коллекция, которую собирал на протяжении многих лет на свои средства из разных уголков планеты ученый и подвижник Андрей Ангелов. И мы счастливы, что советская власть дала такую возможность сделать из этой коллекции народное достояние. То, что простой советский человек может прийти и полюбоваться этими уникальными предметами. Да. Вот, например, хрустальное яйцо редкой работы. Обратите ваше внимание на многочисленные... А правда говорят, что раньше здесь в парке был целебный источник? Да. Этот источник – символ ангеловских чистых вод. Обратите внимание... А почему сейчас источник исчез? Иссяк. Так бывает в природе. Ну что, товарищи, я думаю, что картина ясна. Вера Андреевна, пройдемте в ваш кабинет. Входите, товарищи. Вера Андреевна, что сейчас происходит в нашей стране? Присаживайтесь. В каком смысле? В прямом. Какие процессы сейчас идут в нашей стране?
разнообразные. Самый важный процесс, который идет в нашей стране сейчас. Индустриализация. Совершенно верно. Индустриализация. А вы о чем подумали? Именно об этом и подумала. Государство изыскивает финансовые средства для приобретения промышленного оборудования. А при чем здесь наш музей? Ну, а при том, что никто не должен оставаться в стороне. И мы не будем. Значит так. Собрание музея-заповедника Ангелова должно быть продано за твердую валюту. Как продано? Подождите, это же народное достояние. Я не верю, что его решено распродавать. А что значит верю, не верю? Вера Андреевна, вы не в церкви. Государство сохранило дворянские усадьбы от справедливого народного гнева. А теперь государство нуждается в тракторах. Комбайны нужны. Тракторы и комбайны? Совершенно верно. А сколько они будут работать? Год? Два? А наша коллекция на века, так рассуждают только временщики. Выбирайте выражение. Гражданка Ангелова, партия знает, что делает. Значит так, через два дня подойдите товарищу Хапюру полный список всех ценных экземпляров музея. И не вздумайте подсунуть экспонаты второго сорта. За мной, товарищи. Да что твоя коллекция? Полэрмитажа продана. Это преступление. Полегче, Вера. Не только по музеям план, по врагам народа тоже. И я тебе в этот план попадать не советую. Не понимаю, как этой Ангеловой доверили такую государственную должность. Но она, в общем-то, умелый руководитель. Музей-усадьба в отличном состоянии приносит доход государству. Неважно. Это чуждый классовый элемент. Проследите за выполнением, товарищ Хопер. Понятно. Непонятно, а будет исполнено. Иначе сядете вместе с этой вашей директрисой. Поехали. Не может быть. Я не верю. Верить, сказали, не обязательно. И что ты будешь делать? А ты? Я не знаю. Почему я должна знать? Почему я должна все за всех знать? Мне что, больше всех нужно? Уйди, пожалуйста. Уйди сейчас. Ну, ты же не отдашь им коллекцию, Вер. Ну, скажи. Ты в лагерь хочешь? На 10 лет без права переписки? Ты вообще газеты не читаешь? Ты не знаешь, что с папиными старыми друзьями сделалось? Уйди. Ну, а ты что скажешь? Лида, ты же все знаешь. Привет, сынок. Садись. А почему так рано? Занятия уже закончились? Не рано, мам. Ты просто потерялась во времени. Уже вечер. Да. Вот. Опубликовали статью о нашей семейной коллекции. Мадам, месье. Un café. Tout de suite. Поздравляю. А у меня тоже сегодня праздник. Преподаватель сказал, что для студенческой работы мой репортаж очень даже неплох.
И у меня большое будущее. Ты мой блистательный. Весь тебя. Отец мой тоже был блистательный. Давай не будем об этом. C'est pour vous. Merci. О чем я? Понимаешь, когда я думаю о прошлом, я вспоминаю наши коллекции. Вот, опубликовали статью, а что там сейчас дома происходит, неизвестно. Но ты же говорила, там музей, и его хранят твои сестры. Ты не понимаешь, что происходит сейчас в России. Там людей сажают, расстреливают ни за что. Какая там коллекция, там... О своей жизни думать нужно, понимаешь? Составь список экспонатов, которые мы передаем для продажи. Особо ценные единицы хранения. Ты все-таки решилась. И его тоже. Экспонат первого сорта. Ты пойми, если мы сейчас не отдадим часть, у нас отнимут все, а мы с тобой сядем. Вера Андреевна, Иннокентия Михайловича арестовали. Кого, простите? Председателя комиссии. Прямо у себя в кабинете. Забудьте, что он у вас здесь был. Все забудьте, понятно? То есть, получается, коллекция не продается? Ну, я же сказал, даже слов таких не произносите. Все. Считайте, что на сей раз пронесло. Степа, ты куда? К Ваське. У трактора мотор забарахлил. К работе надо подготовить. Домой ты зайдешь до работы? Ну, как успею. Чего шумишь-то? Разбудишь сейчас всех. Тихо. Чего ревешь-то? Сама виноватая. Мужу потрафить не умеешь. Тот он с раннего утра. Его и след простыл.
Луша. Я оборотня видела. На пустоши. Ну, прям такие оборотни. О, Господи. Ну, тихо. Не к добру это, Степушка. Мне еще мама рассказывала, не к добру. К худому. Страшно мне. Тихо, тихо, тихо. Милая. Родненький. Маленькая моя, ну. Ну, что ж с нами еще худого может произойти, а? Сдавался бы уж совсем. Сама все понимаешь. Не понимаю. Ой, Господи. Про семью опять рассказывать будешь? Да не в жизни поверю, что ты с ней спишь. Сплю, не сплю, не об том речь. Сын у нас. Да я тебе сколько хочешь детей нарожаю. И мальчиков, и девочек. Стёп. Не мучай меня. Стёпушка. Ребята, коллекция, которую вы видите в этом зале, собиралась очень много лет. Проходите. Только ручками не трогайте. Руками ничего не трогать! Да, ребята, это действительно очень ценные экспонаты. А почему грани несимметричны? Вот здесь. Это яйцо – символ жизни. А жизнь всегда несимметрична. Мне кажется, эти грани должны с чем-то совпасть. Ну, как ключ в замочную скважину входит. Первый раз слышу такое предположение. Граждане и гражданки Советского Союза. Советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Атаковав нашу границу во многих местах и подвергнув бомбежке со своих самолетов наши города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и многие другие. Правительство Советского Союза выражает твердую уверенность в том, что все население нашей страны, все рабочие, крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины отнесутся с должным сознанием к своей обязанности, к своему труду. Как это ужасно. Народ
теперь должен быть. Мама, во Франции тоже есть люди, которые борются с фашизмом. Я буду вместе с ними. Ты что, Андрей, не смей. Враг будет разбит. Победа будет... Хватит в моей жизни потерь. Нельзя же его забирать. Он же молоденький такой. Разберемся. Товарищ командир. Так, перекличка. Мишин. Здесь. Ты, сынок, давай. Матери помогай во всем. Всем, чем сможешь. Ой, Степушка. Соколик ты мой. Ну, кого ж ты нас покидаешь? Да что ты боишься, как по покойнику? Русь, отойди, дай сына обнять. Есть! Морозов! Я! Стёп, ты вся наша надежь. Как же мы без последнего кормильца останемся? Мать, да тут не по кормильцу надо плакать, о том, что враг на нас напал. Кондратьев! А там уж как Бог даст. Я! Главное, хорошо, родину защитить. Две шеренги! Становись! Ой. Да что же это вы теперь? Куда же вы его? Гражданочки, без паникерства! За месяц-другой немцев разобьем, вернутся ваши сыновья и мужья! Направо! Ёшка! Шага! Марш! Ой, Загарыч, твой милой! Никиточка! Твой милой! Игорь, милой! Степа! Степа! Стой! Степушка! Стой! Пусти! Стой, куда? Туда нельзя! Нельзя! Мне попрощаться! Пусти! Красивая, ладно! Разрешаю, Степ... прощайся! Степушка! Родненький, а ты не ходи! Ну как же не ходи, ты глупый! Да кто хочет, тот пускай идет, а ты не ходи! А кто хочет воевать-то? Кто? Ну не плачь, ну! Не плачь, не плачь! Да как же не плакать-то? На, держи! Люблю тебя! Держи, это тебе! Это наше старинное, семейное. Отец мне давным-давно отдал. Луша, вернусь, все решу. Степа! 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 Поздней осенью 41-го года ситуация на фронте стала критической. Немцы рвались к Москве. Вера приехала в столицу, чтобы срочно решить вопрос об эвакуации коллекции Ангелова. Здравствуйте, Геннадий Петрович. Что у тебя? 3 минуты. Когда будем эвакуировать фонды, Геннадий Петрович? Твои фонды? Фонды Государственного музея заповедника Ангелова. Ты мне тут не указывай, я сам знаю. Но так мне сообщите, чтобы я тоже понимала, что вы намерены делать. Придет время, сообщим. Пришло уже время. Немцы вот-вот в Москву войдут. Что? В Москву войдут? А ты знаешь, что за паникерство военное время бывает? Да знаю я, что военное время бывает. На фронт люди идут. А те, кто не на фронте, на своем рабочем месте. Защищают граждан и народное достояние. Когда и куда будем эвакуировать фонды? Ну подожди, Вера. Ну дойдет и до тебя очередь. Когда? Ну откуда я знаю? Ну нет у меня грузовиков, и вагонов нету. Ну не можем мы все вывезти, тем более из Подмосковья. Тут дай бог с Третьяковкой разобраться! Понятно. Что тебе понятно? Mm-hmm.
Андреевна, что там? Ну, когда машина будет? Никогда. Эвакуации не будет. Но как же? Но куда все это мы денем? Что же с коллекцией будет, Вера Андреевна? А что будет с нами? Что? Пойдем скорее со мной. Ну вот же! Вот же! Вера! Слышишь? Тишина. Ты хоть понимаешь, что это означает? Больше не стреляют, Вера! Война кончилась! Это значит, Москву больше никто не защищает. Немцы могут входить. Да ты что? Странно, что еще не вошли. Видимо, не могут поверить, что путь свободен. Вера, этого не может быть. Уезжать не на чем. Придется уходить. Уходить пешком. А как же Ангелова? Предлагаешь с собой его унести? А ты что предлагаешь? Все оставить немцам? И музей, и вообще все? Какие у тебя есть варианты? Экспонаты на себе понесем? Старушку-смотрительницу Ольгу Ивановну навьючим? Вера, это предательство. И я никуда не пойду. Я буду прятать экспонаты сколько успею, сколько смогу. Да нисколько ты не успеешь. Немцы вот-вот придут. А все равно... Вот видишь, как все получилось. А ты говорила, не успеем. Ой. Я пойду веточек наломаю. Для маскировки, да, Верочка Андреевна? Да. Ольга Ивановна, что бы мы без вас делали? Хорошо. Спасибо. Хорошо. Побежала. А следующую яму где будем копать? Нет уж, давайте следующую завтра. Почему завтра? Потому что сегодня все устали. А ящики эти что, здесь оставим? Так, сейчас закончим здесь, а потом эти два ящика отнесем на склад. Хорошо. Ну вот. А ты не верила, что получится. Только надо было сегодня все ящики закапывать. Посмотри на себя, еле на ногах стоишь. Девочки, немцы! Иди в дом. Что ты стоишь? Нет, Никчисен, не стрелять! Так и знал, что еще увидимся. Ну, здравствуй, Вера. Давай. Выпьем за встречу. Закусывай. На ночь вредно. Фигуру бережешь. Да ты кушай, пей. Коньяку у нас теперь в волю. После того, как мы
во Францию вошли. Мы? Но я уже 12 лет как в Германии. Сбылась мечта идиота. Помню, ты хвалил все немецкое. Ну как, преуспел на второй родине? Я? Преуспел. Вовремя понял, что за фюрером будущее. Да. Ты понятливый. Ну да. Опыт же имеется. Ну давай еще по одной. Это похоже на хозяйственную постройку. Наверное, там хранятся продукты. Иди сюда. Спасибо, я пока не голоден. Потом пригодится. А то завтра войдут наши части, и нам уже ничего не достанется. Да, ты переменилась. Раньше острая на язык была. Сейчас молчишь, как сычиха. Спать хочу. Да ты хоть бы расспросила, как я, что. И так видно. Ну, насчет аукционного дома я тогда передумал. Огляделся. Ну, кто я в Германии? Советский невозвращенец. Пятый сорт. А ты хочешь быть первым? А я и есть первый. Высшая раса. Ну, хотя по крови не совсем получается. Правда, это как посмотреть. Но по духу я истинный ариец. В партию вступил. Хорошо себя зарекомендовал. И, как видишь, офицер вермахта. А так был бы торговец, как еврей какой-то. Ну, а картины, статуэтки — это так. Для личного удовольствия. Коллекционирую. Спать хочу, устала. Куда я тебя еще не отпускал? Вот как? А ты как думала? Ты свои бабские игры тут брось! Я с тобой не светскую беседу веду. А что ты со мной ведешь? Деловой разговор. И какое у тебя ко мне дело? Ты дурочка-то, не прикидывайся. Где коллекция? Завтра здесь будут наши части. Так что вопрос мы с тобой должны решить сегодня. Прямо сейчас. Какой вопрос? Где коллекция? Я же вижу, ее только что убрали. Вывести хочешь? Естественно. И тогда можно безбедно будет жить до 100 лет. Тебя тоже не обижу, не бойся. Ну, то, что раньше предлагал. Извини, это исполнить не могу. Женат. На истинной арийке? Ну, не на еврейке же. И тебя это вообще не касается. Значит так, компенсирую деньгами, рейхсмарками. Это сейчас самая твердая европейская валюта. Русские иконы. А ты говорил продовольствие. И что нам с ними делать? Говорят, русские иконы очень ценные. Во всяком случае, нам стоит забрать их домой. Что? Прочь. Быстро пошла отсюда. Пошла отсюда. Русская икона. Вот старая дура. Короче, ты все поняла. Сейчас мы идем, и ты мне показываешь, где я спрятала коллекцию. Коллекция эвакуирована, вывезена. Ты мне не ври! Ты скорее удавишься, чем позволишь отсюда что-нибудь вывезти. Но ты же видишь, что все пусто. Потому и спрашиваю,
Где коллекция? М? Где? Пошли. Шевеливайся. Пошли, пошли. Господин офицер, мы нашли здесь два ящика. Ну, цвай? Только два? Да, так точно. Ольга Ивановна, ты командуешь убийцами! Ты сам убийца! Убийца! И поговори мне еще тут! Сама рядом ляжешь! Шпержики я без мозга. Закройте их здесь до завтра. Завтра ты мне расскажешь, где остальное. Иначе расстреляю сначала сестру, потом тебя. Поняла меня? Эй! Давай. Кейн! Черт, где все остальное? Они могли убить Ольгу Ивановну. Это же не люди. Вера, что? Что он от тебя хочет? Коллекцию хочет. Ну так отдай им. Отдай им. Я всегда говорила, нельзя, нельзя. Но они же убьют нас. Вера, ну что ты молчишь? И Лида... И папа, они бы сказали сейчас, что нужно отдать, слышишь? Вера. Поротно. Наша задача защитить усадьбу. Распределиться на местности. Верочка. Верочка. Мне холодно. Поспи, моя хорошая. Поспи. Постарайся уснуть. Кто здесь? Мы. Мы здесь. Нас немцы заперли. А вы кто?
Сибирские дивизии. Москву пришли защищать. Наши! Товарищ полковник, здесь женщины, их немцы заперли. Пусть выходят. Выходите. Вы свободны. Товарищ комдив, немецкого офицера взять не удалось, ушел через лес. Плохо. Федя. Здравствуй, Вера.